Здравствуйте, меня зовут Карина Иванова. Я участница конкурса «Мисс Новочебоксарск-2021». И сейчас я расскажу о погоде на ближайшие сутки. По данным Яндекс.Погоды, 29 января нас ожидает облачная погода, небольшой снег, ветер юго-восточный, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 90%. Температура ночью -3-6, днем -3-4. Совсем скоро на наших страницах в социальных сетях будет организовано голосование в номинации «Мисс Новонет-2021». Подписывайтесь и голосуйте!